прекрасный дом. Спасибо, поможешь отнести? Не вопрос. Это как будто шифр. Прочтите заклинание. Что-то скребется в стенах. Я что-то слышу. Что мне делать? Да что с ней? Смотри. Этот ритуал позволяет обнаружить демона, используя органы чувств. Три чувства, три человека. Один видит демона, второй слышит, третий коснется его. Ты же не веришь, что это правда? Ведеры. Аудиры. Дикеры. Проклятый дом 5.